Шон Марвисон. А вот это может быть опасно. Бросок. И присаживается на счет. Играл в прошлом году его, ну, скажем так, не хотел он, но в первом периоде 0-0 счет. В атаке Медвещак. Хедберг пасует центр. Бросок. И добивание. Ян Лацу накрывает шайбу почти на самой ленточке. Да, Эдвин Хедберг. Очень он активен. И очень недурно чувствует партнеров. Сен-Пьер бросал, ну и передача Хедберга была хорошая, а сам Хедберг потом пошел на добивание и выдержал борьбу. А это предыдущая атака Бориса. И вот смотрите, какой момент был у Дастина Бойда. Почти в упор расстреливал. Выиграли хозяева выбрасывания, поборолись. Ландейн. Неплохая передача. Далман. Гол. 10 секунд понадобилось, 13, но, если быть точнее, понадобилось этого защитника-бомбардира. Передача от Ландина и прошивающий такой бросок в девятку от его партнера по обороне. Ну и Дастин Бойд записывает себе очко в копилку результативности, помимо Майка Ландина. Сен-Пьер выигрывает шайбу и тут же теряет. И Борис в контратаке. 2 в 0 выход. Надо реализовывать. 2-0. Стремительно. Пушкарев. Константин Пушкарев. Убежали. Красиво. Вот Гаврилин подхватывает шайбу, мчится и выдает передачу Пушкарева. А тот, как Петр Форсберг, прям забрасывает шайбу и переигрывает Деканича. 2-0. Константин Пушкарев. Билл Томас вот нанес бросок. И Лацу не сумел намертво забрать шайбу. А вот еще один бросок. И вот здесь Лацу уверен в себе, но шайбу не накрывает. И на счастье Борис там тротвом. Бросок под острым углом. Гол! Гол! Натан Перкович делает счет 2-1. Четвертая шайба Перковича в нынешнем сезоне. Ну ладно, разберемся. И здесь Лацу, откровенно говоря, не выручил. Что вы сами видите, пропустил ее сквозь свое тело, и она покатилась туда ребром, если бы ушить именно этот посыл. Ну, тут ненорвадская контратака, Брэндон Баченский, пас на Доусон. Четырнадцатая шайба. Пас от Брэндона Баченски. Блестящий, просто блестящий бросок в девятку по диагонали. Над плечом Деканича. Не берется. Ландин. Делман. Хорошая передача. И бросок мы видели. Казался надежнее всех. Как среагировал. Пока самое позитивное впечатление. И теперь ответ Бориса. 2-1. Пошлите свечи, господа. Из Загреба Брэндон Баченский набирает. В этом матче я забыл, он еще ассистировал. А здесь забросил. Отлично, Баченский сработал на пятачке. Рахманов сыграл за счет партнера, бросил, бросок не вышел. Овуя отбил. Ну и Баченский над Медвещаком. 4-1. И ждем. Кого там выловит в трибунном помещении, с кем побеседует наш казахстанский коллега.